Здравствуй, душа. Сегодня мы наткнемся теме под названием Троуч, которая стала популярна благодаря Реддиту. И мы не будем углубляться в смысл этого мема. Мы сегодня посмотрим два интересных канала, связанных с этой темой. Приятного просмотра, и я начинаю свою историю. Для новых аудиторий я объясню, что такое вообще Троуч. Троуч — это измененный жуткий тролль в стиле копипасты, созданного на старого персонажа комикса Рейджа под названием Троллфейс. Ну, проще говоря, это измененный старый Троллфейс на жуткого Троллфейса. Если кому интересно, можете глянуть у Снайкса, он подробно объяснит, связанное с этой темой. Наверняка вы натыкались на такие подобные видосы, связанные с Троуджем. Сегодня мы посмотрим такие подобные работы. Начнем с канала Бучман, который заслуживает первое место. Дата регистрации 10 августа 2014 года. Этот канал выпускал западные мемы, которые не особо были популярны, но потом наткнулся на вот это. Первой была его популярность на видос под названием «Смазать его маслом». Сначала подумал, что будет апокрифный щитпост, как в этом видосе, в другом, но нет, оказывается, что я ошибался. Сюжет говорится, как спрятать мертвое тело. Первое, добей кого-нибудь. Второе, смажь его масло. Третье, сожги его. И говорится в конце, good job, переводится как хорошая работа. И прям интересный был сюжет. Уже интересно смотреть уже подобные такие работы, что дальше будет происходить. Следующий видос, который заинтересовал, называется, как найти девушку. Сюжет повествуется о том, как найти девушку. И говорится, шаг первый, и ты осознаешь, что у тебя нет девушки. Шаг второй, зайди в свой подъезд и жди, пока не появится какая-нибудь девушка. Шаг третий, зайди с ней лифт. И шаг четвертый, коснись ее. И в конце будет надпись «Я Бог». Если кому интересно, можете глянуть мои переводы, связанные с этим темой Троуджа. Я буду очень рад. Что я могу сказать данное творение? Данное творение очень неплохое, с интересным сюжетом. Бутман, что могу сказать? Удачи с продвижением канала. Главное делать больше работы с таким сюжетом. И завершается канал под названием Джим Бон. Дата регистрации 13 ноября 2017 года. Этот канал выпускал видео по Роблоксу. Видос, который набрал ему популярность, 2 миллиона просмотров под названием Friday Night Funkin' против Троллфейса. В этом такое, что Троллфейс сражается с мальчиком, но бойфрендом, который пытается победить, но это просто измененная моделька из игры Funkin. Взята из другого мода под названием Уитти. Этот творец, который действительно поработал и связан с Троллфейсом из игры Funkin. Даже вдохновился подобие экранизации на своем ролике. Даже автор похвалил за мою работу. Уже выпущен еще такой подобный ролик. Я желаю только удачи каналу Джимбону. Что ж, мы посмотрели двух интересных каналов, которые мы затронули эту тему Троуджа. Если вам я заинтересовал мой видеоролик, то можете поставить лайк и подписаться на мой канал. И можете мне поддержать меня донатиком. Всем спасибо за просмотр и не болейте. И всем удачи и всем пока.